Спасибо большое. Не мазочу, все. Огромный привет. Что ты опять? Ты уже снимаешь? Оператор, друзья, всем привет. С вами Денис Карипов. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки. Мы на привозе. 100 лет в обед не были. А почему? Так я вам скажу, рыбы не было, елки-палки. А теперь, слава богу, все, будем жить. Ага. Баба Катя звонит, дарит. Липованчик, родненький, выезжай, я тебя жду. Не просто так, еще и короче, с шикарным подгоном. Ты шо? Эх ты, рыба моей мечты, лежит, ждет. Что я хотел сказать? А мы, помимо того, что карась, еще сделаем маленькую легенькую закупку. Ты что ты стесняешься? Давно тебя здесь не было. Ну хотя бы поздоровайся с людьми. Доброго ранку, мы из Украины. Вот только да, только так, таки да. Вот тебе на, конечно же, Катюнечка. Ага. Ой, засмеялась моя лошадочка. Ух ты, все будет хорошо. Что хотел сказать? Помимо этого еще купим там, сделаем небольшую закупку. Правильно? Харчо. А что в холостую ходить? Да, ребят, для тех, кто не знал, будем на эти выходные готовить харчо. Харчо такое, что просто я даже не знаю, елки-палки. Эх ты, Алиночка, что-то не подумал. Надо было гамарджобу сегодня одеть. Такой, да, Вася. Жарко в гамарджобе. Да без разницы, это главное именно от души, чтобы это было. Что хотел сказать, харчо такое приготовим, что грузины будут плакать от радости и аплодировать стоя. Говорить, Марат, Джан, оператор, Липован, вы что такое делаете? Это же вкусно, а? Может, мы я хочу уже? Послушай песню. Все? Да. Так я спою. Что тебе спеть? Черноморская что-то? Да. О, в Грузии что же есть Черное море? Ребята, ловите черноморскую грузинскую песню. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг друга, чтоб друг друга вы все угощали тем харчо, о котором мечтал. Та-да-дай, та-да-дай, да-да-дай. Оператор, слышишь, пойдем под ручку. Ты посмотри, какой сегодня, я не знаю, что за день недели, но время уже без 10:12. Такой опт, что можно кайфануть. Куда ни глянь, везде нормально. Катюня, ты шо, арбузы, дыни, вау. Лук какой, ты шо, даже в два глаза рассмотреть не могу, какой огромный. А, пока не началось. Тут же мой любимый, с недавних пор, как у нас появился огород. Слышишь, а что это, на жвачку что ли стало? Ну идем. Могу я ходить? Могу. Идем, так я еще буду рассказывать. С недавних пор, как у нас появился огород, да, я вспомнил, что я в душе агроном, и здесь есть шикарный агромаркет. Идем, сейчас зайдем в гости, что-то по-любому купим. Слышь, у них такой интернет-магазин, ты кайфанешь. Я заходил, аж растерялся. Все, а что хочешь. Эти... Катя, все, что хочешь. Что? Ну, может, есть у них эти стрички для этой штучки, которые надо помидорки подвязывать? Конечно, есть. Смотри, арбузики, блин, вау. Ленточки, удобрения, семена, стройматериалы, наверное, тоже есть. Может, и гортензии? Катя. Еще парочку штучек. Все, а, смотри, какие кроксы. А что, как в ногу они ходят, а? Сиамские, наверное. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, молодец. Сережка. Что? Нет, чтобы там огурцы, меня, на помидоры засматриваться. Катюнь. А он... Сын, эти арбузики. Ага, теперь ему ты арбузики. Ты что, грудь у тебя, елки-палки? Ой, да ну не придумывай-ка ты. Интересно. Что, нам сюда? Наверное, пошли. Пошли. Ух ты, что? А почем картопля такая? 15. И это тоже? Да. Катенька, посмотри, твоей маме точно не надо? Давай возьмем мешочек. Ну на обратном пути не пойдем же мы сейчас с мешочком. Да, мы там когда до бабы Кати пойдем, там килограмм 30-40-50, надо будет с собой тачку взять, покатишь. Смотри, как это красиво. Ага. Огурцы, как у нас, перезревшие, да? Нет. Что? Это специально уже именно в бутыль 10-литровый. А-а-а. Вот тебе, а. Вон что? Бочковые огурчики. Чеснок точный. Ну пошли в агромаркет. Ну давай идем, только нам туда. Ну пошли туда. Пошли туда. А мы в этом проходе Марата встретили? Именно в этом. Вот точно так же я иду, тебе что-то рассказываю, рассказываю. Не, я впереди иду. А, ты. Здрасте, 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 здрасте. Ох ты что. Это вы, Катенька. Это она, Катюнечка. Да я вас умоляю, все будет нормально. Ой, одну минуту, у вас девочка. Ой, наша девочка ждет ваши персики. Спасибо огромное. Она проснется, я ей дам. Спасибо большое. 12 апостолов. Спасибо большое. И вас с праздником.
нашей Одесской Липованщики. Да, дуже дякую вам. Гай, гуй. Ой, ты шо, смотри. Это Минди Сабай. Ёлки-палки. Те, кто не знает, теперь знают. Главный архитектор привоза. Да все, я больше не буду, давай. Ну вот уже теперь не только. Праздничком говорят сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Все будет великолепно. Обязательно. Давай, я сейчас иду до бабы Кати за карасем свежим. Ты кайфанешь, что будет вечером. Спасибо. Спасибо огромное. Целую ваш персик. Ёлки-палки. Ты посмотри, ну, что такое может быть? Я хотел людям сказать, что вот выходишь право-лево, где-то ищите. Ребята, выходишь и прямо вот вам есть. Скажи мне. А? А ты ж хотела выходные на барахолку. Да, я обязательно поеду менять. Ну зачем тебе ждать выходные, если вот здесь? Хорошо. Зачем тебе выходные ждать, если здесь можно каждый иди, день? Иди, пожалуйста. Хорошо, тут можно. А я поеду на барахолку. Я? Что? Нифига. Не плодовый, квитучий. Вот это они наклеили. Ёлки ты палки. Спасибо. Это что за прицеп такой сумасшедший? А, в багажник. Катюня, let's go. Нас ждут удивительные семена. Какие семена? Уже скоро осень на пороге. Ну и что? Я планирую что-то еще посадить. Тебе не надо за мной идти, я просто там не помещаюсь. Иди как человек. О, елочки. Просто нет, ты понимаешь, а когда ты рискуешь... Катюня, ты хоть не позорься, слышишь? Ты что, думаешь, что у них нет осенних семян? Я вижу, что у них есть елочки. Но... Мне вот нужно точно. Голубая. Что? Я не знаю, что там, но что-то аж зачесалось у меня на затылке. Да? Ты посмотри. Почесать? Да я сам. Смотри, шланги, заборчики, все, что надо. Давай, заезжай. Ты хочешь двери подержать или что-то сделать? Давай, или заехать? Катя, ты мне не нравишься вот это. Мне кажется, ты вообще можешь и самостоятельно. Неактивно. Справиться. Заходи. Лично я буду гортензии выбирать. Слушай. Что? А что это, огурцы? Нет, такое-то нет, дерево. Нет, блин, я подумал, что осенние огурцы. Чтоб... На свой день рождения в конце октября я хотел бы есть свежие огурцы, а? Хорошо, так а что, огурцы закончились? Что закончились? Я шучу, нет. Слышишь? Слушай, я не хочу. Катюня, да. Ставь на паузу, разбегаемся в этом небольшому магазину, через 15 минут встречаемся здесь. Нет, я так чего? Не хочу. Чего? Пошли вместе. Смотри, какая красивая штука. Тройная. А вот смотри, вот сюда можно было бы травы посадить, допустим, там. Петрушку. Кинза, петрушечка, да. Укропчик чуть-чуть. Поливаешь, и все красиво, да у тебя травочки есть. А не то, что ты там насажал. Я так вот подошла, вот так вот утром крутанула. И дальше пошла. Там тебе пишут вот твои поклонницы. Девочки, или нет, мои, наверное, поклонники пишут, что ты очень дерзко последнее время себя ведешь. Что-то попутала, у Лиси. Сдохла. Да. Извините, ребята. Бывает так вот, как это, заигрываемся. А так все, слава богу. Не с той ноги. Как чтобы нам были здоровы. Да. Он все равно меня любит. Ты что такое говоришь? Так я только тебя люблю. Пока еще не хватало, чтобы ты кого-то другого любил. Так ты говоришь, как будто бы... Пошли стрички спросим, есть у них или нет. О, что-то готово, слышь. Интернет-заказ, наверное, готов. Сергей, проезжай. Идем. А вот я сейчас жду, пока девочка пойдет, чтобы я потом мог проехать. Мадам, позволите, да? Прокатимся. Тебе нужны были ленточки. Да хорошо, я сейчас узнаю. Ребята, здрасте. Салют вам. Что хотел спросить? А у меня есть такая штука, которая помидоры дж-дж-дж-дж подвязывает. Да. А есть ленточка до нее? Да, отдельно есть. Да ты что, братик? Ой, аж я чуть не упала. Катюня, держи свои копыта в... Вот туда. Ёшкин ты кот, есть ты что? Обалдеть. Вот у нас вот такая обалденная вещь. У нас не такая. Катюня, у нас вот такая. Только на букву «Г» называется. Правильно я говорю? То же самое, только другое. Так, сколько 32 гривны мне надо... Сколько тебе денег сегодня есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 23, да. Вот это? А сколько их? 20. А, вот это блок? Да. Так это еще и внукам останется, нифига себе. Да нет, зачем тебе так много? Там уже продам, кому не надо? Не знаю. Ладно. Хорошо, братцы, давайте сколько есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, 10 хватит. Все. Тем более я знаю... О. Скидочка на по-любому? 10, на 10. Давай, что у вас еще? От 10 начинаются скидки? Семена. А что же не надо? Хорошие? Куда? Отлично. Семена тебе. Ты что, наши? Наши? Ты что? Нет, давай наши. Что голландские? Голландские. Что? Тюльпаны будут позже, в сентябре. Тюльпаны будут а что у вас еще и пионы, говорят, будут в сентябре? Тоже голландские?
Катюня, да, занимай очередь, слышишь? Вот она мне этими. Она мне этими. И луковицы есть? Ну это будет на 8 луковичные. Катя, оставь свой телефон, пусть тебя запишут в очередь. В очередь. Голландские луковицы. Да. Такого нигде на привозе нет. Сентябрь месяц будет все здесь. Все. Хорошо, а огурцы, а это же не такое, да? А что можно сейчас посадить, чтобы было приятно осенью? Салатик. Из такого? Салатик? Да. Кинза, шпинат. О, вот кинзу посади. Да? Быстро растет редиска. Кстати, редиска. Давай редисочку. Давай, давай. Какую вам? Ее, да, любую. Длинную, круглую. Да нет, сладкую, классную. Сладкую, вот классную. Не, да, вот это вот такая. Одну. Одной? Хватит. 13 ремерочка. Там дело не в том, что потом же за ней надо ухаживать. Хорошо, главное не перепутать. Во, точно. Сереженька, у Марата есть 2, 4, может 8 рецептов с редиской связанных. Мы их не можем исполнить, потому что нет редиски. Марат, бедные, потерпи, бедные, потерпи, все будет Серега нормально. Два раза усы посажешь, и уже вырастет уже на своя редиска. Так, хорошо, это есть. Морковка не надо, потому что у нас помидоры свои растут. Да? Кинзу, возьми еще? Мне, пожалуйста. Кинзу для оператора. Здесь один оператор. Тоже одну? Да. Да. Все, я могу дальше идти? Гулять? Да. Ты тут сильно не нагуляешь. Чего? Вот в интернете-магазине нагуляешь, да? Ты шорм у вас огромный, я тебе говорю, я же зашел, аж растерялся. Я не думал, что у вас там есть все прямо. Я думал, семена, ножницы, там что-нибудь еще, для обрезания. 40 тысяч видов товара, сюда все не помещается. Я же поэтому и говорю, что интернет-магазин меня победил. Я просто зашел и растворился. Думаю, обалдеть. Красота. Не, главное, я ленты взял, их в эпицентре нет, я за ними в очереди стоял 2 дня. Да, это все по итогу сняли даже обзор метра, а ленты так и не дождались. О, шо? Вот о, это мне надо. По-любому. 2 пачки? Цели. Тебе и маме? Что это? Белый гриб? Есть куча разных сортов, можете посмотреть. Это а ш... ну, полистай. А что это? Подожди, нам надо подберезовик. Есть подберезовик? Так у нас берез нет. А, не, у нас бери, есть березы. Давай, ребята. Подберезовик. А этот не надо? Боровик. Да белый вряд ли вырастет. Да засади там сзади дома, никто же не увидит даже. Не ну, вырастет. Возьми такой. Скажешь, что такое уродило, такое уродило. Дорого. Почем стоит? Пачка гривен 100 стоит. Но это большая пачка. Я должен. Ну хорошо. Нормально. А как его сажать надо, вы знаете? Сначала обжариваешь. Сливочное масло. Не, я лучка, уже когда-то читала за них, но... Почку вот надо подготовить, там, опилка. Давайте. Вот. Сейчас вам придется нам подберете и подготовить. Александр Васильевич, вот считайте, что мы вам уже звоним. Да, бегите на почту, нам срочно надо что? Опилки Васильевич, ваши. Васильевич себе карасей завел наших, а мы их грибы заведем. Грибы заведем. Так вот и живем, да, у нас. Вы посмотрите, подберезовики и белые давайте мне. Подберезовик? Ребята, хочу вам сказать спасибо огромное. Вы только что сбили эту спесь на все гортензии. Она меня уже такое устроила, белый, что я был в шоке. Да. А только что мы, по-моему, выдержали. Мы еще не знаем куда, но я уже этими гортензиями засадил весь огород. Ого, белоснежный, Катя. Что у тебя зубы, ты посмотри. Обалдеть. Так вот они. Ты что? А что, их уже купили? А? Обалдеть. Ты видишь? А? Катюня. Сейчас будем договариваться. А это разные сорта? Вот нежно-розовый, белый. White, розе. Конечно, разные. Угу. Ты видишь? Слушай, я думал, тебя немножко сбило. Это давай на грибы перейдем. Давай, чуть. Успокойся, елки-то просто. Нашли белый? Белый нашли. Все. Так. Интересно. Есть еще белая вешенка королевская. Не, ее же вешать не, надо, не, она не, нам не, еще не, под ногами валялась. Перший пласт. Опали листя, трава, кора деревини. Далі, другий пласт, торфосуміш, третій пласт, товщиною 2-3 см, знову рослинні рештки, ґрунт, згороду чи звичайна земля. Ти, дочь учителя, садись 5, все нормально, успокойся, не надо тебе, ти коли будеш сажати, от людям і покажеш. Кому цікаво, ребята, пишіть коментарі. А цікаво ли вам, як оператор без мене і Марата буде сажати гриби? Не, мені цікаво, як я буду сажати. Привіт, я хочу... цікаво, коли вони виростуть, Сережа. Білий гриб березовий. О, все. А подберезовик нашли? Березовый. Вот. Все, это что вот написано вот? Березовый, значит подберезовик. Не знаю, я знаю. А вот это что? Дайте мне вот это посмотреть. Это другой. Педусиновик. Надо осину посадить, получается. Или... На, возьми, я, Катя, сейчас отключусь на чуть-чуть. Я... все. Давай. Не, ребята, таки пардона прошу. Надо с ней поговорить. Папина бусинка, да. Проснулась, елки-палки. Мама так громко выбирала грибы, что она проснулась. Она а щелочку выглядывает и улыбается. Не, она почувствовала, что она на привозе, здесь она бывает редко, да, поэтому да, да, это да, не тот момент, когда его надо проспать. Пока-пока. Ребята, спасибо огромное. Вы сделали ей приятно, короче, ты что?
Спасибо. Так, мы на кассу все там, да? Катюня, занимай очередь. Кору так, сказал. Грибы туда-сюда. Что, кору? А вон, смотри, вон кора. Там мелкая, надо. Надо специально для грибов. А сколько нам там надо? На там две лунки. Написано котлованчик 25-30 сантиметров. Наполните его живильную сумешу. Вот возьми мне. Слышь, овес торф не в подарок кору. Случайно? А зачем мне овес? Мелкая фракция, большой, вот, есть крупная. Не, помелче давайте. Помельче. Да. Помелче и пакетик торфа. Ну, уже сразу пришли и посадили, Сереж. Да? Да, ребята, в вашем магазине рождаются идеи. Не, я давно за это читала. А чего ж ты молчала? Не, я и не знал, что вообще грибы можно сажать. Я думал, что они сами в дикой природе. Я тоже так думаю. Я не знаю, вырастут ли. Миланя, ты вижу твою маму. Ты вижу. А, воздушный? Да. Ребята, это всем для вас. Елки-палки. Моя ты принцесса. Привет. Покажи всем привет. А ну, скажи. Привет, мои хорошие. Привет. Принцесса, сколько она поспала? 10 минут? Угу. Ну, а сейчас же сон дневной должен быть чуть-чуть больше. Ну, если бы, скажи, вы меня на привоз. Сколько вам надо? Вот такой же. Такой же пакетик. Вот такой же? Да. Вот такие, да. Все, шикардос. О, это что-то поувесистее. Отлично, теперь на выставку грибы. Слышишь? Под березами. Будем сегодня скапывать. Думают те, кто попали с нам на канал только что, ребята, не пугайтесь. Угу. Мы все-таки купим что-то на харчо, не переживайте. После того, сюда заходишь и забываешь вообще, что ты готовить умеешь. Сразу хочется в огород руками. Здравствуйте. Я вас умоляю, можем сейчас вместе к вам домой сходить, чтобы поверил. Давайте, я только за. Сейчас, чтобы торф не забыть. Оператор? Ты видишь, люди берут пачками, ты берешь по одной, Катюня. Я говорю, я тут с липоманом. Он говорит, фоткайся. Все, шикардос. Мужу огромный привет. Будьте нам здоровеньки. Так, ну что? Ну все. Так, семена, грибы, ленточки. И две вот эти. Чик, пик. Что сделать надо? Вот то большое? Опа-на, стоять. А ты мне дашь пакетик, да? Да. Все, а я как раз его туда и засуну. Катюня, слышишь? А. Покажи, может, кому пригодится этот. А сайт у вас так и называется? Агромаркет? А, все, несложно. А мне на память. Все, сделай паузу, покорми ребенка. Нам еще дорога дальняя. Мне сейчас треба будет давать хочу. Гроши. А, кстати. Мала бы ты хоть здесь помолчать. Дай мне их тихо. А я рассчитаюсь громко. Давай. Я вот думаю, харчом, слышишь? Угу. Сейчас. Карась, ребята, рыба в Одессе появилась. Ёшкин ты кот, ты шо? Там баба Катя, я не знаю, там стоит, отбивается, наверное. Многие хотят, но я сказал, баба Катя, моего карася никому. Что, ты устал, Серёжка? Оператор? А. Мы пока тебе грибы выбирали, нам уже тут фаркоп с кукурузой приклеили. А. Кукурузой, не с навозом, так что все нормально. И то натурпродукт, ёшкин ты кот. О, слышишь, теперь берем тяжелую артиллерию. Опача. А как мне это везти? Так, персики аккуратненько в машину. Скушаем по дороге домой. Все? Как все? Только началось. Ребята, оставайтесь на канале, подписывайтесь, следите за ценами. А ты снимай помедленнее. Да? Всем раздал. Есть город, который я вижу во сне. Ой, если бы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне. Цветущий в акациях город. Цветущий в акациях город. У Черного моря. Класс! Катюня, посмотри на эти светлые, чистые, добрые арбузы. Посмотри на цвет. А? Ты что, нектар прямо? Сегодня вообще аромат на привозе компота в носу, да? Прямо именно... Здрасте. Доброго дня. Да.
Прямо компотом пахнет сегодня на привозе. Выходишь оттуда, даже и про пшенку думать не хочется. А почему абрикос сегодня? Сегодня? А я не знаю, сегодня я по грибам. Мы сегодня грибы купили, так что будем сажать. Да. Я, конечно, дико извиняюсь. О, как тут жарко. Да я тебя умоляю. Ну-ну. Что мы ходим, снимаем цены, а цен не знаем. А потому что что? Ребята, не в этом счастье, елки-палки. Счастье в хорошем настроении, а все остальное это такое. Ну, не хватит на абрикосы, но купишь себе помидоры, я тебя умоляю. Пошли. Вот нам килийский надо. О, вот килийский круглый рис на самый лучший в мире харчо. О, ты шо? И вот домой это возьми именно оно. Пару килограмм. Так сколько? В один пакетик 2 килограмма, а в другой пакетик 1 килограмм. Итого 3 килограмма в 2 пакета. Согласна? Наверное. Я правильно сказал? Ты ничего не перепутала? Угу. Оператор? Ага. Ты проверил, ты снимаешь все? Снимаю, Сереж, снимаю. Фух. Не расстраивайся. Да снимала, оказывается, она забыла нажать на кнопку. Я не забыла. Можете пальцы льдом помазать, чтобы не перегревались. Пожалуйста. Можем поцеловать холодными губами. О, чтоб... вот это уже будет лучше. Твой этот... Это, наверное, эффективнее. Я же, когда после слова поцеловал, аж голос сел. Покорчило тебе, да? Да. Блядь, это 50 можно? А там 50 штук. Ой, в смысле, половину. Курага апрелька. Фиаль, а что, как это финик без сиропа? А сироп что, отсосали и продали? А? Где? Ну, финик без сиропа. Не знаю. Что-то еще вам? Она спрашивает, а чего финик без сиропа? Не залит сахарным сиропом. А, я понял. Просто, ну, я так подумал, что ты подумала, а где сироп? Сироп? Вот зачем мне? О, что-то не угадал я со сдачей. Спасибо огромное, до свидания. Спасибо. Ты давай в следующий раз что-то покрупнее, да. Или я подготовилась в этот раз, Сережка. Ты что? У меня все по 100. А, так я думал, вообще там наменяла по 20. Ладно. Здравствуйте. Славик. А где? Катится. А возле оператора. Славик, родненький, салют, дорогой. Привет. Да я тебя умоляю, все нормально. Давай, я тебе хорошо за все... Здоровенькие были. Здравствуйте. Мы сейчас завалим твою кукурузу, елки-палки. Вот так вот встречаем. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Да, так она со всеми уже здоровается. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Да? Взвесить. Славик, не убегай, тут кидай на веса. Нам что-то надо по-любому. Ага. Катя, твои баклажаны, смотри, мраморные, просто бесподобные. О, Славичек, спасибо огромное. Уже, вот это ты уже дал. Уже пора бы, можно было бы и сделать икру из баклажан. Ты что, их сам выращиваешь, как они пахнут? Обалдеть! Благодарочка? Да? Да. Объясню, почему. Не, я понял, да, но должно быть с любовью, потому что это, ну, мы же не специально, да. Все по ситуации вырываемся. Катенька, может ты... О, смотри, люди он берут. Видишь, помидоры, хурма, елки-палки. Абрикосовые помидоры. Хочешь? Слайк, да, ты нам дашь еще нашей маме вкусных абрикосовых помидор. Ага, это же счастье и праздник. Так, ребенок... Ребенок на месте. Шо, кто, куда надо идти? Так, Миланьку не профукать. До свиданечка. Шо еще надо, Катюня? Смотри, а? Это ж прямо шедевр манчу, какой-то. Манчу. А что-то уже время и пора. Славичек, а почем вообще цены на сегодня? 130, вот этот. Я понял. Этот 100. Этот 100. Помидорка почем? 90, 100, 70, 80. Ты что, самая вкусная, самая недорогая? А перец с чесночком? Чесночок 130, перчуган 250. Ага. Чеснок 130. А твердый такой? Ну ты ж молодой. До следующего года хватит. Ты шо, прямо шокаунчик, елки-палки. Дай Катюня испробую. Слышь, семки будешь? А, оператор? А крупненькая, елки-палки. Спасибо. Ребята, вы с нас хотя бы деньги возьмите за что-то. Ох и перец. Катюня, всему голова. Зацени вот это. А ну. Давай помою. Да ты что, не надо у меня? Не-не. Все у нее есть, все нормально. Помою, давай, кидай, я уже почти помыл. Ты что, а у нас растет только белое.
Ай, я вам завидую, прикинь. Ты, я тебе скажу, адрес приедешь, попробуешь, я не надо заведовать, да. Не знаю, когда, так что, но я все буду. Потихоньку. Катюня, а ну сделай красиво. Аккуратно, тихо, чтобы тебя сейчас не украли и на тачке не увезли. На, попробуй, это для тебя. Спасибо. А что ты думала? Она машет, все, я ее научил. Привет, мои хорошие, да? Миланька, Миланька, привет. Привет, балавуля. Привет. Ты что, с косточкой? Сак, а что, сливы без косточки были? Она такая мягкая, сладкая и мясистая. И сочная, что... Оператор, я за тебя переживаю. Всю в рот засунуть. Да, я понял. Давай ты так. Ну, я уже даже стесняюсь после тебя это кушать. Спасибо. Я жалю, компотом пахнет. Не обещаем, но мы будем у вас обещать. Тут недалеко, мы только-только достроимся. Все, мадам, целую ваши ручки. До свидания. Через лайка. Давай, обязательно. Спасибо. Все будет нормально. Мы когда достроимся, всех в гости позовем. Сережа, нам нужна еще аджика. Как устроим новоселье, обалдеете все. Ай-яй-яй, ты что? Что ты сказала? Нам нужна аджика и ткемали. Пошли сюда. А, это надо вот туда. Чего ты расстроилась? Что, я банан твой забрал? Да я вернусь, и будет нормально. Ай-яй-яй. Я ж такой могу и оставить лайк. Понятия. С той стороны привозим. Все, пока-пока. Хорошего дня. До свидания. Процесс идет, ножи точатся. Та-та, та-та. Слышишь? А ну его в баню, ту аджику. Идем до бабы Кати сразу. Она вам по телефону говорит. Девочки, здрасте. 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 Что там, блестит и пахнет? Ты что, рыбой запахло на привозе? У-у-у. А баба Катя. Здрасте, ребята. Салют, ты что? Прям аж 100 лет побед. А что ж, рыбы не было, как это, и повода не было? Ага. Аленочка, здрасте. А мы есть, да? Ты что? И что, уже баба разобрали Катя? Всех карасей? Нет, все наши караси на базе. Нету, она здравствуйте, убегала. Я вас аккуратненько... в чешую поцелую. Ты что, смотри, у человека. Куда ни глянь, везде наряд. Ёлки ты палки. Привет. А мы сегодня по телефону утром разговариваем, и Миланька хнычет. Баба Катя говорит, поцелую ее. Я раз, все. И человек по телефону удаленно все понял, да? Ты бравенькая, тут-тут-ву. Некрасивая. Ой, некрасивая, фу. И хлебушек папа тебе не взял. Шо, Аленочка, слава богу, потихоньку. Шо, у тебя лавашек? Давай, давай. Ты шо, конечно. Давай. Можешь даже, как это, об толстолобика помакать, будет вкуснее. Ой, спасибо, шикардос. Держи, с привоза, грузинская настоящая. По старинному рецепту. О, сразу у человека. Кушай, точи зубки. Ты что, как приятно видеть рыбу, елки-палки. Я тебе говорила, предложи Сереже, может надо будет. Не, баба Катя позвонила, я говорю, мне так и надо, надо карась. Сверху? Не, у меня еще там есть с хороших времен, я там затарился еще. Сомчик на пятнашку лежит, карпуша такой примерно плюс-минус. Так что такие. Мясо, сомики, ты шо? Стейки, карпа. Спасибо за дефицит. Ты шо? Да не надо, я вижу шикардос. Обалдеть. Сколько там кило у меня сегодня? 30 килограмм и весь мой. Ты шо, ребята? Надо карась, обращайтесь. Эх ты. Нет, не обращайте, потому что такой только либо вам. Все, за карасем все в Архимус. Катенька, да я возьму, не переживай. Ты что, даже сомики радуются, когда карась ко мне собирается. Ты понимаешь? И еще один пакет возьми, пожалуйста. Опача. Давайте я обойду туда к вам. Правильно? Что, так идти? Сереж, нет. Давай, давайте я аж отсюда могу заехать. О, и есть такое дело. Возьми, пожалуйста, еще один пакет, Сережа. Давайте еще один, я сейчас буду паковать, потому что Катя у меня до этих дел ребенка охраняет, оператор. Все, я затусую. Оно просто если капает в машине, потом невозможно. Слушай, ну не без этого, что ты...
Постираем. Я тебя умоляю, эту машину. Ну, отложили, чтобы был голову. Так. Опача. А, это прямо еще два пакета у нас? Катюша, ничего себе! 30 килограмм, елки-палки. Да. Сережа, ты что, весь карась с привоза закупил? Ну, почти весь. Как с привоза? А весь в Одессе, елки-палки, ничего? Ну, по-братски поделились. Половину нам, половину людям. Оператор, да не очкуй ты, елки-палки. Хуже, когда нету. А нам сегодня максимум до завтра пару-тройку еще останется килограммчиков. Нет, еще нет. Все нормально. Хотите, я вас бананами угощу? Там Славик для вас бананы передал. Говорит, увидишь бабу Катю, отдай все. Я понял, понял. Опача. Так, благодарочка. Сколько она вам денег должна? Хозяйка... Хозяйка ресторана, Катюня, отдай гроши, чтобы тебе легче ходилось. Ты что, в ученые подался? Нет, не ученый, я читаю, это родословное на карася. Ты видел, что, оказывается, у карася бывает родословное? Ребята, нет, это те, кто переживают, что рыбу в Одессе кушать не можно, можно, даже еще и нужно, елки-палки. Правильно? Талмуд имеется, все будет хорошо. Катюня, слышишь, в инстаграмчике уже загрузилось? Ребята, да. Если вы не знали, вот тебе Одесса Липован. Ты что, если вы хотите узнать что-нибудь новое, так и вам тудой. Что он там опять поет? Ты что, надо же хоть лайк себе поставить. Да поехали дальше мясо покупать. 30 людям, 30 нам. Так что если захотите, забирайте. Жареный, ты что, именно наш песик. Кто такой? Познакомь меня. Такой хороший человек. Аж уши слова приятно становятся. Давай, до свидания. Все, баба Катя. Спасибо. Целую вашего карася. Прямо между шелухой. Ребята, будьте здоровы. До скорых встреч. Ага. Катенька, слышишь, может сегодня на сегодня финиш? Пошли возьмем аджику и финиш. Мясо возьмем. Точно. На киевском. Покедова. Пока-пока, до свидания. Погнали. Шо? Затарился по полной. Так, а шо, где аджику купить? Та ты шо, у вас мама дорогая, Катюня. Передай хотя бы это блеск. Да. А зачем вы ее пленкой накрываете? А, я просто думал, что когда люди лижут, чтобы было неудобно, да? Нет, блин, ну это же хочется лизнуть, понимаешь? Некоторые говорят, мы маслом после намазали. Ну это те, которые смотрят по телевизору. Ребята, можно подойти и потрогать, ты что, это бесплатно. Обалдеть, да. Шикардос. Девочки, хорошего дня вам, спасибо. Замечательного настроения. Всего доброго. А мы погнали искать аджику. Идем возьмем аджику и ткемали, и поехали домой. И что, даже сока гранатового не выпьем для полезности? Ну там, где возьмем, там и выпьем. Да, это же в одном месте. Катюня, здесь куда ни глянь, все нормально. Подожди, а где же это аджика и ткемали? Когда я был, как мальчик юн. Я за Одессу вспоминал. Мадам, проезжайте, я потом. Жуй омара в кабаре. Я это танго услыхал. Ах, это танго. В нем шелест губ и сладость манго. На Порто-Франко. И брань монгольских рыбаков. Так. Позвольте, пожалуйста, я тут на трамвае сегодня. Где твоя мама, оператор? Что-то там делает? Ой, как красиво, боже мой. Точный вес, и все по 70. Здорово, здорово. Катюшка, здорово, давай. Когда я был, как мальчик. А ты знаешь, Катенька, куда мы идем? Да я знаю, что нам надо сюда, вон, за вкусными грузинскими делами. Ага. Скажи, и что, мы до Сережи даже не подойдем? Нет, Сережа. И не потрогаю я его за этот шикарный клинок, и не потрогаю его за эти замечательные ножны. Серега, родненький, извини, просто надо очень ехать, елки-палки. Другим разом и обязательно к тебе. Только что? Сумочка открыта, что-то. Что? Телефона нету? Да я шучу, телефон же у тебя. А я хожу, проветриваю. Ребята, с меня пример не берите, потому что ты шо. Останетесь с одними воспоминаниями. Скажи мне, Альберт не здесь персики берет? Не знаю. Что-то он давно не заходил, Альберт. Мы уже соскучились. Альберт, ты где?
Не, а может он в Тбилиси уехал? Это тут? Тбилиси. Сергей. Эй, конечно, да. Давай, аджика сухая. Здрасте, а кто аджика крайний? Аджика мокрая. А, о, елки-палки. Здравствуйте. Что у вас самая лучшая вкуснятина с Грузией? Ай, особенно чурчхела, посмотри, ты что? А мы когда были в Тбилиси, ездили, проезжали, там есть прямо два населенных пункта, где эту чурчхелу делают, да? Эй, родные края. Братик, что нам надо? Нам надо ткемали на харчо, будем харчо готовить. И замечательную аджику, самую вкусную за всю Одессу. Есть такое? В банках или сухая? Не, в банках. Аджика в банках? Это с орехами. Вот такая? Да, да. Не, я ты уверен, что тебе с орехами нужно? Это с орехами, сестра, брат. А это именно то, что надо, оригинал. И ткемали какой-то надо нам. На харчо зеленый. Зеленый, да, да. А есть емкость чуть побольше, это жена или это другое? Литра и 250. Не, надо пол-литра. А вот это что красное? Это тоже ткемали, только из другой. Да, да. Алый чай и слива, марабелька по-нашему, и то, и другое называется. Так, что, кулечек это тебе? И так, сок. Что надо? Специи у нас есть грузинские, там же приехал Давид, Давид родненький, только что приехал с Тбилиси и привез целый килограмм хмели, сунели, там, уцхо, там все есть. Ага. Так что если у тебя закончится, обращайся, я тебя отсыплю. Там, брат, столько есть, что обалдеешь. Спасибо. Ага, сколько хватит? Денег? 200 гривен. 200 гривен давай. Хватит, конечно, да? Ты что, вот это? Угу. Хватит на три казана, ё-моё. Так три казана у нас по 80 литров, а это все нормально у меня еще лежит, понимаешь? Эх ты, оператор, давай деньги. Катюня? Ага. Слышишь, а картина масла, может, приятно туда смотреть. Смотри, ты да? Что? Ай-яй-яй. И тельняшечка, дядя и Боря, как тебе у моря? Что смеется, плачет и поет. Дядю Борю знает это море, как надежный белый пароход. Бубочка, ты что съела? Ой-ой-ой, маленькая. Вот лавашек, смотри, грузинский тебе прямо. Ах ты что? Может тебе этим аджикой помазать? Ах ты что? На, водика вот есть, держи, моя хорошая. Водичку не выбрасывай, а вот тебе и крышечка. Катюня, слышишь, мы пока не ушли, елки-палки, я хотел сказать, ты рассчиталась? Да. За дела эти банальные ресторанные, а я хочу пошукать и тебя угостить. Чем? Песней. Да-д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 а. Ты таблетки запивай, ла-ла-ла-ла. Хочешь запить? За мои. Гранатовый. С удовольствием. Гранатовый полезный сок. Ребята, если вы пьете, братик, а сделай вкусненького, свежего мне и беременной. Ну, она была беременна 9 месяцев тому назад. Да. Ну, самое главное, свеженького гранатового сока. Почем? Да, да не, по большому стакану бомби, чтобы, да. Какие? Конечно, братик, да. Чтобы вот трухануло уже хорошенько. А чего ты? Два. Хочешь? Литру возьми лучше. Эй, не, хочу такого сразу попить. А потом, может, еще, если останутся деньги, так я возьму еще и литру. У меня хорошо. Детей много там угощать буду, мама. Что? Холодненький может, или не надо холодненький? Холодный. По мне так лучше сразу, чтобы свеженький был, хотя свеженький весь. Давай, холодненький. Давай, добро. Есть такое дело. Ты таблетки запивай. Что, и тебе сока дать? Ты моя принцесса. Тебе уже, наверное, хочется, чтобы тебя мама покормила? Слушай, может ей дать баклажан поиграться? Не, ну она вроде... Чего ты? Не, такой не влезет. Ты посмотри. Ё-моё. А, ну, пей. Та нет, тебе. Все а для давай, тебя. Пей. А что для тебя давай? Чтобы только спасибо. Денег хватило. Я добавлю себе. А ну, смотри. Опа, часы. Не, ну что ты, не надо, как это, не превращайся мне в маму, ну и в баню. Просто хлебушка возьми. Что значит в маму? Эй, шутка такая. Спасибо. Ай, вах, ребята, ваше здоровье. А детям возьмешь? Что денег, конечно. Сто. И литрушечку, да, и получится? 200 без дачи. Все, спасибо огромное. Спасибочки. Катюнька. Ты видел, какая мадам идет? Да. Перчатки, шляпа. Привет. На, не расстраивайся. Стаканчик холодного, гранатового, великолепного сока. Слышь, наш ребенок в этой жизни уже все потрогал. Ага. Ну, конечно, не все попробовал, но предлагал я уже много, да? И сало копченое понюхать, и за колбасу подержаться. А теперь еще и смотри, холодный. А ты возьми стаканчик один. Пустой? Пустой. А можно пустой стаканчик чисто для ребеночка? Любой, самый маленький. Все, от души благодарю, хорошего дня. Спасибо. Счастливо. Бусинка. Тачку не забудь. Подожди, а, так какой ты сосать тачку? Мне надо сок не забыть. Карасей своих. Все. Катя. А, все? Ты что, ты с этого смеешься? Да. Что у тебя руки закончились? Ё-моё. Вот это да. Давай, может, я тебе помогу?
Не, давай, может, я скажу всем пока-пока, пока я не гепнул ничего. Давай. Ты похож на орангутанга. Нет, я похож на того человека, которому фаркопа не хватает. Повесил себе и руки свободные. Ху. Короче, друзьяки, ваше здоровье. От всей души и с хорошим настроением для вас сегодня. Что-то покупал на харчо, что-то покупали для огорода. Видели с хорошими, замечательными, удивительными, любимыми людьми. А я Скрипван. Всем пока. А ты что хотел знать? Ничего. Чао.